Это видео сняли жители села Погореловка Пронского района. Вода ржавого цвета, текущая из крана, явление нередкое. Что стало причиной изменения цвета, плохое состояние коммуникации в доме или проблемы у поставщика коммунальных услуг, можно выяснить только лабораторным способом. В Центре гигиены и эпидемиологии проверяют воду в 4 лабораториях, показатели десятки. В микробиологической лаборатории смотрят, какие микроорганизмы есть в воде. Здесь на фильтре остаются то количество микроорганизмов, которые мы кладем на питательные среды, вот на эти чашки. И на следующие сутки учитываем количество их и потом сравниваем с гигиеническими нормативами. Если что-то образуется на фильтрах, то мы тогда дальнейшие исследования проводим, биохимические тесты ставим. Воду проверяют на содержание вирусов. Работают врачи Центра гигиены в специальных кабинетах, куда подается стерильный воздух. Полимеразную цепную реакцию исследуем, РНК астровирусов, норовирусов и ротавирусов. Исследуем также на антигены ротавирусов, норовирусов и вирусы гепатита А. И на вирусологическое исследование заражаем специальную культуру клеток и выделяем энтеровирусы, в том числе и полиовирусы. За все время существования лаборатории воду с опасными вирусами в Рязани не находили. Не выявлялись и превышения в пробах, попадающих в радиологическую лабораторию. Несмотря на это, исследования питьевой воды, в том числе и скважин, делаются регулярно. Согласно данным социально-гигиенического мониторинга, у нас периодически регистрируется несоответствие требований качества питьевой воды гигиеническим нормативам, в основном по содержанию железа, фтором, общей мутности и жесткости. Данная ситуация обеспечивается в основном составом подземных вод, который является основным источником водоснабжения населения территории Рязанской области. Жители, которых не устраивает качество питьевой воды, могут обратиться с жалобами в Роспотребнадзор, который назначит проверку. В зависимости от места обнаружения некачественной питьевой воды, меры принимаются гарантирующей организацией, то есть проводятся проверки на соблюдение требований санитарного законодательства данной организации. Организации проводится промывка, дезинфекция систем водоснабжения и, как правило, повторные лабораторные исследования, которые дают уже положительные результаты. Роспотребнадзор проводит проверки воды из артезианских скважин и водопроводных колонок, а вот вода из родников больше всего подвержена микробному и химическому загрязнению, что не может гарантировать качество, поэтому санитарные врачи пить ее не рекомендуют. Дина Исляева, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».